Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Oster 606. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию. Машинка упакована вот такой в коробке. Давайте мы его откроем. В комплекте входит сопроводительная документация. Насадки. Они выглядят... Сейчас я их достану. Они выглядят вот таким образом. Вот. 3, 6, 9, 12. Масло для ножевого блока и щеточка для чистки ножевого блока. И сама машинка. Вот. Она выглядит вот таким образом. Снимаем защитный колпачок. Машинка пивотная, 3000 оборотов в минуту, 9 ватт мощности, а также у Oster 606 ниже уровень шума, чем у аналогичных машин. Ножевой блок сделан из легированной стали. Ширина ножа составляет 46 мм. Регулируется ножевой блок от 0,25 до 3 мм. А также машинка имеет бесступенчатую регулировку, то есть вы можете плавные переходы делать. Еще такой большой плюс заключается у ножевого блока, то что сзади можете винты открутить и регулировать ножевой блок. Есть небольшой ход, вы можете почти по нулям поставить, можно использовать для окантовки машинку. Но не переусердствуйте, потому что если вы по нулям поставите полностью ножевой блок, выровняете на одном уровне, будет цеплять кожу. Корпус сделан из прочного полимерного материала. Вес машинки составляет 570 грамм. Длина шнура составляет 2,4 метра. Машинка сделана в Америке.